А можно играть миссии неваляшки без неваляшки? Можно. Ну ладно. Главное не бомбить. Потом будем писать, что все говно. Надо вот именно в стрелке находиться или за красной чертой? За красной. За красной. Это другая миссия. Это я вспомнил, да. То есть, в принципе, можно на остров перебраться и его оборонять, да? Угу. Это где я ни разу в обороне еще не был тоже. Потому что да, кстати, я тоже первый раз был. В тот раз мы куда-то там побежали, дымы куда-то закидали. Понятно. А что, мы будем высаживаться именно или как? У нас есть мешки с песком. Да. О-о-о, как? Да-да. Вызовка автоматическая. А, на этой карте же нету этих отметок, нельзя ставить. А, вот эти мешки с песком. Так. Можно самому пойти. Я думал, это пакет с пайсами. Что на свай? Пальцами. Так, браво уже есть, что там отлично. Это типа у каждого по мешочку. Я тут думаю, что 4 собирать. То ворон, ты думаешь? Да есть сидеть в этой комнате, в этой чайной. Не в синий. Mm-hmm. Не в синий. Думаю, а что так тихо? Куда что-то не то. А у красных техника есть? Да. БТР. Да, БТР. Что у нас так, есть? Нам надо город удержать. То есть в районе города, в окрестностях города, там триггер круглый. И в нем должен там находиться, по-моему, или два, или три синих живых. Где этот триггер? А его не видно. Автор решил специально сделать невидимым его. Зачем ему злак оставить видимый? Чтобы, блядь, мы все вышли за этот триггер и проиграли. Наверное. Валяшка. ВКВЖ. То есть как бы город, надо выходить из домиков, да? Ну, из города. Из зоны города. А сколько удерживать-то надо? 40 минут. Ой, 40 минут без учета фристайма. Да. Так, это получается, что там какие-то укрепления из песков, из песков. Вот, вот все, допустим, вот он есть, все. Да. Да, нарисовали. Не канает, на юге забор не захватил. А туда не надо ходить. Около забора-то стрелять нельзя. Ты посмотри, что кусочек дома не захватил на юге, видишь? Маленький такой. Ой, блин. Ты еще маяк не захватил, ты че? Ну маяк уже не год. Что вы рисуете? 51-я высота, вот это на западе, очень опасно. С ними прям видно все хорошо. У нас будут тени, которые полезут на маяк умирать или нет? Ну, в общем, нам южное направление надо в лесу. Я на 47-ю полезу, мне пофиг, вот на юге. Отлично. И со стороны маяка, чтобы никто не маслил сверху. Вниз. Кто удалил тут говно мое? Иванчик. Иванчик, петуха, надо же было достать. Какой-то сумасшедший. Который не знает, что тут маркеты пишутся. Маркеты? Маркеты. Маркеты. Хватите мне сигареты, маркеты. Я в городе остаюсь. Захватите мне сигареты. Ну все, мы готовы, да? Да. Да, капитан. ДВшек у нас нет, по-моему. А зачем? Короче, мы тут и нам защищаемся. Ну, состоять кого-то. Рация у нас не у всех, поэтому командиров только рация. Серьезно? Рацию, вот стреляю. Командиров только рация. Продам рацию, кто возьмет? Продам за М249. Куплю пульт. Тогда на одной КВ сидите. Часы. Репит, я с тобой пойду. Если что, мне бинокль. Кунте нужен. Так, еще у нас, смотрите, Дэниел... Браво, Дэниел Ричардсон. РПГ. Это против Беттера. Его забрать. Да, надо забрать. Это у Солитарии, он еще есть, РПГ-ха. Аудитория. Надо брать. Я? Еще у нас этот бот, меня... Карлос. Мне же гольд на мешок с песком. Да? А у меня Торио, мы тебе скидываем мешки, а ты иди, короче, строй. Кого я буду строить? У нас есть копатели есть. Правда, если с вертолета не выкинет бот, это жопа. Надо 4 делаешь укрепление. Убиваешь бота, высаживаешь его все. Давайте 4. Кому трубу отдать свою? Чего ты хотел там менять на XCOM? Какой XCOM? На второй, что ли? XXXCOM. Чего все глаза закрыты? Все глаза закрыты. Че за поехал че? Мы сейчас зашмурили. Все спят просто. Да-да.
сделаю. Так, на ноги посмотреть. Какой-то негр рядом со мной сидит. У него ноги призакрыты. Такой сонный. Да не так, не был близко к спущению. За эту музыку мне не будет уже наказать. Веселая музычка. Где музыка? Пошли забанить могут. А, ну музыку включить. Все с закрытыми глазами, ну что ж такое? Ой, музыку слушай, постановку тебе палочку. Угу. Так же воевать будете, стрелять? Камер. Что готово давать? Прыгай! Высадка. Что-то долго летим, честно. Я уже бояться начал, что нас не туда везут. Сейчас подожди, мы взлетим повыше, чтобы нас красным увидели. Я тоже просто, хотел какую-то миссию сделать. А Black Hawk Down не хотел. Чё так с очками выглядит лучше всего? Так он же есть вроде. Нет, я нормально хотел сделать. Только у меня его до сих пор не задел. Сделай его на этом, на фашкабуре в толкачаке. Он поменьше и более-менее... Да, я тоже думал насчет. На толкачаке вообще ничего нет. На Миге было, ой, на Боге. Да, Миге. Один раз. На Миге. 4 часа. Кто да, там да. Хотел этот выкупить? Рацию. Куплю Садись боль. Садись уже, блин, болванчик деревянный, металлический, говёный. Чё так долго летел? Только долго. Меня сломали идеально. Лечить тебя? На одну трубу. Я мотаюсь от колен. Блин, приснится один. Так. Там так. Ну все сделал? Что такое? Я смотрю, упал, понял. Ноги? Блин, я мотаюсь, полный же все будет. Нет, полная привязка. Не знаю еще. Нет, только по химии и адреналин. Я сейчас смотрю, как это происходит. Сейчас верхушки пропадут, подожди. А сейчас помнишь? Опа. Опа, как будто. Вот. Внезапно. Да. Отпустите, там бот стоит. Хочу лутаться. А чё, лутаться. Мы, то есть, получается, РПГ мы не заберем, или мы забрали уже? Где боты? Ботов забрали, петухи. Кому в РПГ отдать? Я не умею стрелять с него. Подождите. За, отдай. Подожди. Чё, экзотично? Что, ты прям так её редактируешь, что ли? У них вон трупы тоже, смотри. Паша, вон смотри, потинкилили вообще, все баном всем. Он ботов убивал. Жесть. Вас тоже было видно? Так, смотри. А? Где у нас кто? Там где-то вроде был, на этом, на берегу он вроде бегает, сражается. Мы все просрали, парни. Нормально.
ПЗ, вон лодка стоит, поплыли. Деревянная. Угу. Ты говоришь, спектатор видел? Кого видел? Или нет? Я не такой. Я не соглашаюсь за такие дела. В смысле? Не было у тебя этого? Что? Спектатора. Нет, это вот он, или кого не знаю было. Там солитарию убили, когда ботов убивали, солитарию заодно убили. Может пойдем, нас как бы уже убивают? Да. Вот идея, копра. Правый. Хуй зай. Эй, толкается еще. Такси, это молдаванское такси. Вот молдаванское такси. Алло, такси заказывали? Желтый. Рядом где-то, по-моему, нет? Прямо рядом. РПГ где-нибудь есть здесь? У меня нет. Там есть ГПшки или что-то. ПЗ. Че? Отлично.
Один сам. Сейчас не, он перед тобой прям. Где, где, где? Ну вон сзади, ну вон он, вон он. Это прайс? Это прайс. Нет, это нет, это не прайс. А. Коварь свой.
целый? Все нормально? Да, да, давай, жизнь там задумал. Грузки. У нас тут раненый, по-моему. За кем? За этим, видишь? За красным? Он, ты видел, он спустился вниз. К дому красному, да. Пулемет. Я сейчас попробую полечить нашего. Посмотрите. Давай, давай, закрывай. Трубу тебе кинуть? Я не понял, свой или нет? Я тоже не понял. Вроде как из своего стреляли. Чё там, тот мёртвый, да? Ой, мёртвых. А в доме кто-то ещё есть. И он, кто-то там живой был. Эй, в доме кто? Понял. Там свои. А там свои? В доме свои. А там он спалил или нет? Давай я красный дом схожу, проверю.
Флер где-то в этой в гавани стоит. Да-да, вон пулеметчик лежит. Мертвый? Убил? Води. В воде стоит? Да. Че, у тебя есть гранатомет? Да. Достанешь? Не знаю, не уверен. В воде хреново. Он весь в воде. метров примерно. Ну что, попробовать можно? Не дальнет. Надо найти. Найдем сейчас еще трубу. Вон же труба. У пулеметчика была. Вот смотри, ну, на пол ее скинул, вот. А. Вон труба валяется. Вон слева от тебя. Да подожди, да. У меня анимация тупая. Мне надо его подпускать поближе, иначе, блин. 250 брал, там. Нормально. Весел так все плавал. Это кто такой выбежал? О, я троих затащил, неплохо. Я троих, уже нормас вообще. Неплохо. Махно, Игорек и Форд.